Привет, друзья! Меня зовут Владислав Семенченко, и вы на моем YouTube-канале о инвестировании, о инвестировании в свободный рынок и формировании пассивного дохода. Не о простом инвестировании мы с вами говорим, мы говорим о американской системе инвестирования. Если вы хотите более детально знать, что это такое, приходите на мои вебинары, да, на мои рекламные вебинары, приходите на мои интенсивы, там мы подробно разжевываем вот все то, о чем мы сегодня будем говорить дальше, и все то, что я называю американской системой инвестирования, или то, как это делают американцы, немцы, китайцы и весь цивилизованный мир, и то, чему хочу вас научить, то, что хочу к вам до вас донести. Сегодня январь месяц, январь 2020 года, 2020, и ровно год я веду свой канал, снимаю видео с разной интенсивностью, правда, но каждый месяц те, кто постоянно меня смотрит, я знаю, я подвожу снимаю итоговые видео. Что такое итоговые видео? Да? Я, условно говоря, взял некий среднестатистический инвестиционный портфель, который разместил вот по этой своей американской системе инвестирования, и каждый месяц, приблизительно в середине месяца, мы подводим итог. Так вот, сегодня 2 января 2020 года, и самое время снять итоговый годовой выпуск, а вернее даже сказать, итоговых годовых 4 выпуска у нас будет. Да? Почему 4? Потому что, как вы знаете, те, кто слушал мои интенсивы, те, кто был на моих вебинарах, у нас, чтобы не углубляться далеко, потому что углубление мы делаем на интенсиве, да? Вот. У нас есть 4 группы продуктов. Это акции, облигации, недвижимость. Да? Вот будет 3 видео про акции, облигации и недвижимость. Кстати, те, кто смотрел мои итоговые помесячные видео, они знают, что об инвестициях мы не говорим. Я не говорю в видео своих об инвестициях. Поэтому это будет такой, для тех, кто смотрел видео итоговые, но не был у меня на интенсиве, это будет такое новшество сейчас, потому что мы подведем в одном из видео, в третьем видео я подведу итог по инвестициям в недвижимость. Итак, у нас будет 3 видео. Первое – это инвестиции в облигации, фонды облигаций. Второе – это акции, вернее. Второе видео – это видео инвестиции в фонды акций. Третье видео – это инвестиции в недвижимость. И четвертое – это итоговое. Мы подведем финансовый итог 2019 года. Да, вот как же все-таки выглядит итоговая прибыль. Итак, давайте начнем. Да? Потихонечку начнем уже, я стараюсь видео делать буквально там до 7-8 минут, уже почти 3 минуты, двинемся. Итак, первое, с чего мы начнем, это, как я и сказал, это фонды облигаций. Облигации. Итак, в нашем облигационном, я всегда всем говорю, представляете, вот у нас есть такой американский кожаный инвестиционный портфель. Вот вы его открываете, и там есть 3 отделения. Да? Если я сейчас говорю в общих чертах, сразу вам предупреждаю, это не есть советы к инвестированию. Советы к инвестированию я даю непосредственно на интенсиве. Там будет 3 отдела: облигации, акции и недвижимость. Так вот, первый отдел облигации состоит из 3 облигационных фондов, да, это TLT. И вот дальше я буду проговаривать, буду смотреть к себе в компьютер, да, а вы будете видеть на своем экране вот слайды, которые я буду диктовать. Значит, презентация годовых результатов по фонду TLT, по фонду облигационному фонду TLT. Те, кто был на моих интенсивах, четко представляет, что такое TLT. Это фонды облигаций американского государственного займа. Она представлена 4 слайдами. Первый слайд дает информацию по 30 марта, с января по март, да, второй по 30 июня, третий по 30 сентября и четвертый слайд дает информацию по 30 декабря. То есть почти год мы закрываем, почти год мы закрываем. Итак, вот вы сможете просмотреть. По 30 марта TLT нам дал общий доход. Кстати, это тоже новшество, потому что, как правило, подводя итоги месяца, мы рассматриваем только торговый доход. Да? Но все, почти все инструменты, которые мы напихиваем в наш инвестиционный портфель, они еще и несут в себе дивидендный или купонный доход, если мы сейчас говорим об облигациях. Что такое дивидендный доход? Что такое купонный доход? Да? Как мы строим свою стратегию, вы
можете узнать, придя на мой интенсив. Итак, вот по TLT, фонд облигаций, на 30 марта нам дал доходность 2,60%, почти, да, чуть меньше 3%. На 30 июня он дал доход уже 7,78%. Почему так происходит, да, знают все, кто приходит на мой интенсив. Они знают, что когда растут облигации, акции, как правило, падают. Да? И мы помним, середина года 2019, она характеризовалась движением вниз. Да? И в середине года TLT, фонд облигаций американского государственного займа, нам дает почти 8%. Ну вот так здорово, смотрим. 30 сентября, следующий квартал, почти 13% доходности. Это, я повторяю, это и торговый доход, и дивидендный. Вы увидите это на слайд. И также увидите прям столбцы покупок. Вот тайминг, да? Как я рекомендую делать инвестиции. Вот, да? Делать их равными частями, равные промежутки времени. Да? Раз в месяц или раз в квартал, раз в полугодие. Да? Вот она дает 12.07. Это не просто слова. Это то, как я сегодня инвестирую и то, какую доходность это дает. Да? И 30 декабря TLT он нам дает доходность 6.62. То есть мы имели разные тенденции движения. Да? И в конце года мы получили доходность 6.62. Это и торговая, и дивидендная доходность. Да? Окей. На 30 декабря мы имели доход чуть меньше 7% годовых, инвестировав в фонд государственных облигаций Соединенных Штатов Америки. LQD, следующий фонд, да, это корпоративные облигации высокого рейтинга. Вот опять, 30 марта, почти чуть больше 2%. 30 июня, следующий квартал, почти 7%, помните, да? 30 сентября, точно такая же картина, очень похожа по динамике с корпоративной облигацией, с облигациями государственного займа Америки. 8,27%, да? 30 декабря мы получаем 8,54%. Они показали лучшую доходность по 2019 году, чем облигации государственного займа. 8,54%. И облигационный фонд корпоративных облигаций высокой дивидендной доходности. Значит, на 30 марта 2%, на 30 июня 4%, на 30 сентября суммарный торговый и дивидендный доход порядка 5%, и на 30 декабря мы получаем 7%. То есть, в принципе, все наши инструменты, вот последним слайдом вы можете посмотреть, как себя ведет общий портфель. То есть, вот общий портфель, усредненный показатель по облигациям за прошлый год, это дивидендный торговый доход, у нас получился почти 7,5% за этот год. Ну, вот такая вот динамика. Ребят, если вы хотите узнать, что такое акции, если вы хотите узнать, что такое облигации, если вы хотите узнать, почему мы покупаем не отдельные облигации, а почему мы инвестируем в фонды, как работают фонды, да, если вы хотите, и не просто узнать это все, а если вы хотите четко уметь реализовать вот эту стратегию, о которой мы говорим, если вы хотите, чтобы вот эта доходность для вас стала не просто какой-то призрачной, а реально то, как будут работать ваши деньги от идеи, знаний и до реальной реализации, пожалуйста, приходите ко мне на страницу Facebook, приходите ко мне на сайт, вот, приходите, подписывайтесь и принимайте участие в моих вебинарах и в моих интенсивах. Самое главное, да, вот несколько ключевых поинтов, почему надо приходить. Первое, я даю знания. Второе, если что-то, что я сказал, да, если вам не нравится то, что я говорю, да, те идеи, которые я говорю, я полностью возвращаю деньги за обучение, то есть я гарантирую своим именем, своим словом, о том, что вы не уйдете пустыми, да, что вы не зря потратите ни время, ни деньги, да, в первую очередь время, да. И самое главное, я не предлагаю ничего покупать у себя. У меня ничего, я не планирую, мне не нужно там давать в управление ваши деньги, да. Я ничего не предлагаю покупать у меня. Моя задача — донести до вас идею, да. Моя задача — донести до вас концепцию и научить вас ее реализовывать. Вот так, как
мы сегодня показали это. Смотрите следующее мое видео. Следующее мое видео будет о том, как за 2019 год, по 30 декабря 2019 года, отработали акции. То есть сначала у нас первое отделение облигаций, второе отделение акций. Что такое облигация, что такое акции, чем они отличаются, чем, да, можно узнать, как я и сказал, на моем интенсиве. Ну а пока-пока, до встречи на следующем видео, где мы подведем итог эффективности инвестиций в акции за прошлый год. Всем пока!